Привет всем! Сегодня будем тестировать такой мотоблок. Название Кадви. Говорят, калужский какой-то мотоблок был. И уже как такового двигателя родного нет. Сюда уже поставили китайский. На нем 4 скорости вперед, 4 назад на этом мотоблоке. И говорит, там две сразу, два колеса гребут. Слушать как ее. А завести, чтобы ее как надо. Так же. Так, поворачиваем вот это. Да, скорость похую. Это просто повернуть и все, да? Видишь, на скорость. Ай, фу, ебал я. Че, обжегся? Там глушитель же, блядь. Это скоростя переключается. Слушай, а где, говоришь, что 4 вперед, 2 назад, 4? А, это вот эта вот штука, видно, переключает, да? Это блокировка. А, это блокировка. Что? Она повышенная, как включить ее, чтобы побыстрее ехала. А как ее, чтобы побыстрее ехала, что нужно для этого? Ну, блядь, делать как белорус. Ребят, тут здесь вот, оказывается, где вот руль, на руле стояла, говорит, сейчас она снята. Одна снята, 4 скорости. Вот 4 скорости. И третий, четвертый. Пятый, шестой. Первый, не, второй. Это, да, второй. Это вот нейтральные, да, вот здесь, в середке? Ну да. Ага, нейтральные. Вот, оказывается, где переключать. А мы здесь... Надо... Иван Николаевич, вот вы покатались на этом аппарате. Ваше впечатление как об этой технике? Очень замечательная вещь. Я, конечно, хотел бы поиметь такую технику. Она будет и пахать, и копать. И все, что хочешь, барнабать. А если еще поставить сюда, коробку, если сюда еще нож поставить, в зимой будет снег толкать и все что угодно. Эта техника очень замечательная. У нее прям бы блокировка есть, да? Вот блокировка. И блокировка. И она километров 20-30 идет, да? Как бы 20 вдоволь. Больше не надо. Он в грязь заедет. Ну получается вот этот рычаг вперед-назад, да? Да, это реверс. Реверс. Ребят, кому была полезная информация, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Всем удачи. Не забываем подписываться на канал. Все, пока.